Один забрали на ремонт, другой скоро заменит новый. Сегодня городские власти объяснили, куда делись два остановочных павильона в центре города. Напомню, новости ТВК рассказывали о том, что сразу на двух остановках, Перенсона и Мемориал, исчезли защитные конструкции с лавочками. Оказалось, что с остановки на улице Шахтеров павильон забрали на ремонт. В ближайшее время установят обратно. А вот с конструкцией на Перенсона ситуация сложнее. Оказалось, устанавливали ее бизнесмены, и числилась она как рекламная. Срок действия аренды земли под рекламу закончился, и согласно контракту предприниматели вынуждены были демонтировать свою остановку. Сейчас, говорят, управление архитектуры, завершился новый аукцион. Заключили контракт уже на 10 лет, и в течение месяца на этом месте должен появиться новый остановочно-рекламный павильон.